Всем привет! Сегодня 23 апреля. Вот такая вот погода в Крыму сегодня, что очень удивительно. Посмотрите, как сегодня шел большой очень снег, очень большими хлопьями падал. Все горы в окрестностях в снегу. Сейчас уже почти вечер, часов 5-6. Вот, в окрестностях Судака все верхушки гор покрыты снегом. Это очень аномальная погода, я бы сказал, для этого времени. Вот еще пару часов назад, вот там, там еще видно, на верхушке лежит снег. Там, я бы сказал, даже мороз, что ли. Это очень аномальная погода для Крыма, конечно, это странная погода. Хоть бы урожай удержался, потому что уже все расцвело, уже отцвели персики, абрикосы, миндаль. Ну, в принципе, я не думаю, что оно повлияет, но... Ну, вот видите, все зеленое, уже все давным-давно расцвело. И лежит снег. Лежит снег в горах. Вот, в городе также шел снег очень большими крупными хлопьями. Да, в это время уже, в принципе, возможно было загорать в прошлые года. Уже на пляже днем до 25 градусов. Сейчас 4 градуса тепла и пока что лежит снег. Но на завтра, по прогнозу, все должно уже растаять. Вот такая удивительная погода у нас в Крыму. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.